Напередодні Міжнародного дня пожилих людей Гомельская областная организация Белорусского товариства Червоного Крыжа провела в регионе доброчинную акцию по сбору подарунков для одиноких пенсионеров. В областном центре волонтеры разместили информационные стенды у буйных гандлевых коробках. Там яны раздавали листовки с умовами акции и ее метами, рассказывали людям об минулогодних мероприемствах, проводимых до Міжнародного дня пожилых людей. Гомельчане охотно отгукались на добро чинную акцию. Некоторые робили грошовые ахвирования, иншие набывали солодкие подарунки. Цель акции – это не остаться равнодушными к пожилым, престарелым людям, которые по разным причинам оказались без внимания и заботы родственника. Данная акция проводится для подопечных службы «Сестер Милосердия», а также для людей, одиноких, престарелых. 1 кастрычника, у Международный день пожилых людей, все собранные подарунки волонтеры передадут одиноким пенсионерам, тяжко хворым людям и инвалидам. У домах состарелых проведут концерты.